Всем привет, меня зовут Виталий. Сегодня мы рассмотрим хорошую дискуссию на основе мнения агрономов, которая происходила на Direct Farm, а именно максимальная доза амафоса при посеве в рядок с семенами. То есть, конечно, дискуссию расширили, мы сейчас обозначим большинство мнений, какая это максимальная доза, рассмотрим способы внесения, которые помимо там в рядок с семенами, целесообразность внесения максимальных доз амафоса, ширину междурядий, как она влияет на определение той самой максимальной дозы, да, и влажность и кислотность почвы. Максимальная доза амафоса в рядок, которая прозвучала в дискуссии, составляла 200 кг на гектар. То есть 200 кг на гектар амафоса совместно с семенами при непосредственном контакте в рядок. Да? Но это самая максимальная цифра. Большинство мнений сошлись на том, что не более 150 кг, да? То есть не более 150 кг это будет хотя бы меньше рисков. Но самая оптимальная доза, оптимум, да, это 100 кг на гектар. То есть 100 кг на гектар, в принципе, большинство агрономов в практике используют, и без риска можно спокойно ее вносить, такую дозировку при посеве непосредственно в рядок с семенами. Специалисты расширили дискуссию до способов внесения при посеве, не только непосредственно, да, в сошник с семенами. Итого, в сошник с семенами рекомендуют оптимально 100 кг амафоса на гектар. Значит, другой способ посева, это, допустим, как в гибридных сеялках, где культиваторная лапа и дисковый сошник, да, по типу там привели John Deere 730, по-моему. Значит, там в лапу идет амафос перед посевом, и в сошник просто идут семена в дисковой, да, и там можно вносить и 200 кг без риска поджигания там всходов культуры. Значит, и третий способ предложили при внесении в междурядье, да, у некоторых сеялок есть в междурядье внесение там лентой или в рядочек на глубину глубже глубины посева, да, и там можно вносить хоть 300 кг амафоса без риска. Итого, способы внесения есть разные, но тем не менее, какие факторы необходимо в дальнейшем учитывать, значит, чтобы повысить именно дозировку амафоса в рядок в сошник вместе с семенами, давайте дальше рассмотрим. Давайте поговорим о целесообразности применения амафоса и его доз при разных факторах, да, то есть этот фактор именно содержание фосфора в почве. То есть у всех есть градации, да, применительно к их региону, будь там разные методики, то есть низкое содержание, среднее содержание и высокое содержание, там повышенное и так далее. Значит, итого, агрономы в дискуссии обозначили, что при высоком содержании фосфора, то есть стрелочку вверх сделаем, то есть повышенное высокое содержание фосфора, доза должна составлять от 50 до 100 кг на гектар. То есть при среднем обеспечении фосфором, то есть дозировка она будет от 100 до 200 кг на гектар. И при низком содержании фосфора, в зависимости от градации, то доза будет от 200 до 300 килограмм на гектар. Но при этом сразу оговорка, 200-300 килограмм это уже не просто в рядок с семенами, а это и основное внесение, то есть разделение на этапы внесения амафоса в почву. И там сразу тоже оговорка, что не стоит низкое содержание как бы компенсировать внесением больших доз амафоса или фосфорных удобрений, потому что это, ну, чревато не получить той отдачи, которую вы от него хотите получить, потому что там очень много других факторов повлияет, а именно внесение других макроэлементов на баланс, да, значит, влажность почвы, там, ширина междурядий и так далее. Вообще по стране очень много агрохимических школ, там, систем расчета на баланс и так далее. Так вот, хотелось бы еще сказать об одном инструменте, который разработала компания Фосагро. Да? У них на сайте этот инструмент есть, а именно это агрокалькулятор удобрений. Ну, тоже такой, калькуляторов много можно встретить в сети, но это вот такой достаточно
интересный. То есть я вам советую перейти, попробовать его в действии. То есть там, в принципе, ничего сложного такого нет. Вы выбираете там культуру, выбираете предшественника, ставите планируемую урожайность, вводите почвенные характеристики, да, и, в принципе, нажимаете кнопку «Рассчитать», и он вам выдает рекомендации, то есть сколько действующих веществ удобрений вам необходимо внести, чтобы получить заданный уровень урожайности для ваших конкретных характеристик. Поэтому ссылочку я тоже оставлю в описании. Обязательно перейдите, попробуйте этот калькулятор и напишите в комментариях свое мнение, насколько он как бы рабочий по вашему мнению и как бы насколько интересно им пользоваться. Ширина междурядий – это достаточно большой фактор влияния на как бы, эффективность амафоса, да, и избежание риска ожога удобрением всходов зерновых. Почему? Потому что при увеличении ширины междурядий, соответственно, мы в сошник даем кратно больше объем удобрений. Да? То есть при 15-м междурядии удобрения будут распределены более равномерно, соответственно, вы можете использовать более высокие дозы амафоса. При увеличении междурядия там, до 25-30 сантиметров мы должны понимать, что удобрения, концентрация их в почвенном растворе при семенах, при корневой зоне, да, всходов, она будет в два раза больше. Соответственно, необходимо избегать риска и уходить на более низкие нормы или дозы внесения амафоса. То есть этот фактор необходимо строго учитывать при принятии решения о стартовых дозах фосфорных удобрений. Теперь давайте проговорим про влажность почвы при посеве. То есть, когда мы производим посев с внесением минеральных удобрений, а именно амафоса, да, для растворения гранул, ему тоже, удобрению, необходима влага. И он выступит конкурентом с семенами за влагообеспеченность. То есть, в засушливых условиях он будет прям так конкурировать, что вы это конкретно заметите. Да, это будет... Ну, я в практике видел, как задерживались всходы, да, там где-то была ниже полевая всхожесть и так далее. Поэтому в засушливых условиях максимальные дозы амафоса, да, при малом наличии влаги в почве, как выразились агрономы, могут способствовать эффекту химической засухи. Поэтому на это тоже необходимо обращать внимание при принятии решения о максимальных дозах амафоса в рядок при посеве. По поводу кислотности почвы также были мнения в обсуждении. Так как амафос физиологически кислое удобрение, соответственно, для кислых почв максимальные дозы амафоса, они... Ну, как будут иметь более жесткий эффект для всходов, для корневой системы проростков, чем, допустим, при pH почвы, там, близкой к нейтральной. Поэтому в кислых почвах, соответственно, мы тоже не можем сверхмаксимальные дозы амафоса вносить, дабы не навредить культуре. Ну и в заключение, чтобы каждый из вас смог определиться по той максимальной дозировке, оправданной, экономически эффективной, без негативного действия на растения, вы, точнее агрономы, предложили всем проводить полевые испытания, эксперименты конкретно у себя, потому что универсальной таблетки, как известно, в агрономии не существует. И проводите испытания, эксперименты, выкладываете их на DirectFarm. DirectFarm платит победителям ежемесячных конкурсов, экспериментов хорошие призы. То есть за первое место там порядка 10 тысяч можно получить, за второе там чуть-чуть всего меньше. Условия проведения экспериментов тоже оставлю в описании, поэтому присоединяйтесь. Кто еще не подписан на канал DirectFarm, обязательно подписывайтесь, переходите в описание. Попробуйте агрокалькулятор от Фосагро и их, посмотрите их канал. Я за сим прощаюсь. Будем готовить новые темы по мнениям агрономов. Всем пока!